Привет-привет! Вы на канале «Когда жара?». Я один все съем. Ничего не оставлю. Уже кусаю. Уже одного шашлыка нет. Продолжаем свой путь. Оставили позади только что Малый Еламан. И вот такие пейзажи открываются. Впереди показали снежные вершины. С этой стороны камни, а с этой стороны чистое поле. Самый первый подвесной мост. Потом появился уже в Америке. Он, так сказать, не действующий. Там машины не ездят. Пешком не знаю, пройти можно или нет. Песчаные террасы продолжают еще здесь попадаться. Проезжаем деревню. Подъезжаем к смотровой, друзья. Добрались до смотровой площадки. Называется слияние Чуи и Катуни. А здесь барашков много. Там мы оставили машину, немножко спустились. И здесь такие смотровые площадочки. Посидеть, понаслаждаться видами, помедитировать, подышать воздухом горным. Здесь, кстати, в июне островок появляется. Сейчас воды много, и он скрыт под водой. Вода мутная. Да, вот так вот и бывает обычно на Алтае. Большое стадо. Давайте вам, уважаемые туристы, немножко базы поснимаем по пути. Баз попадается много. Вот, пожалуйста, база вдоль Чуйского тракта. Заехали, приценились. Информация по базам – это для тех туристов, кто еще ни разу здесь не был и сомневается, вот как ехать по трассе, где ночевать, как организовывать. Не надо ничего организовывать. Едете, попадаться баз будет много. Их правда много. И конкуренция большая, и базы на любой вкус и любой кошелек. А меж тем такой живописный, крутой спуск вниз проезжаем. Река Чуя собственной персоной. Вся скала облеплена козликами горными. Все в козликах. Дорога извилистая, ныряет между скал. Чуйский тракт. Сейчас прям такой съезд вниз к реке. Живописно, куда ни глянь. Вот, пожалуйста, знак, рекламка, съезд, и вот здесь домики стоят. На рекламке обычно перечисляется, что там есть. Здесь было домики, баня, кемпинг. Палатка места 500 рублей, стандартно. А сейчас еще раз нырнем ближе к речке, а потом вверх поедем. Деревушка Йодро. Вот домики стоят на берегу. Очередная база. И вот еще база. Домики, кемпинг, все дела. По поводу самой аренды тоже все просто. Подъезжаете на базу. Обычно либо хозяин или хозяйка уже на базе, либо через какое-то время подъедет. Там можно пока в беседку сесть, перекусить. Они подъезжают, договариваетесь. Документов никаких не надо. Заплатили, и все, на сутки база ваша. Вот внизу очередная база. Не смог заснять. Ну ладно. Вот еще одна очередная база. Горы слева, справа река. А вон там еще одна база виднеется. В общем, баз здесь много. И еще одна база вам на экраны. И еще одна база. Это деревня уже. Деревня, да, к деревне подъезжаем какой-то. И еще одна база. О, как он, жираф, говорю, этот верблюд. А, не видно его. Не видно, да. Вон стоит верблюд. Сейчас за поворотом подъем, в гору пойдем. А там на горе еще снег не растаял. Такая скала. Осторожненько на повороте, чтоб никто на нас не вылетел. А вот еще одна база.
пока только два домика. Но вполне возможно, что уже работали, уже сдаются. Знаменитый памятник на Чуйском тракте. В любом случае проедете его. Пропускает нас вроде. Ну, это еще и ребеночек там. Осторожно. О, сколько их много. Все. Кордон проехали. Едем дальше. Скала прижала дорогу к реке прям. А дорога нас ведет в ущелье, все вниз и вниз. Я сейчас не снимал, но мы уже долго вниз едем. Решили сделать паузу, немножко отдохнуть, чайку попить, съехать сюда вот. Здесь никакой базы нет, просто удобно съезд. И вот остановились, где получилось. Вот в таком местечке, здесь есть лавочки, беседочка полузаброшенная. Но нам чаек попить вполне этого хватит. Кайфануть. Ветер сейчас жаркий, прям горячий такой, такие потоки воздуха, прям вот. Давайте научимся уважать себя и друг друга. Поел, убери за собой, а не как здесь, пожрал и все оставил. Сегодня пасмурно, но жарко, но не душно. Тридцатник чувствуется. На Алтае просто невероятно живописная природа. Можно сделать 100 тысяч миллионов фотографий и 100 тысяч миллионов раз сказать, какая же здесь красота. И каждый раз будете правы. Мест таких потрясающих. Невероятное количество. Все, продолжаю свой путь. Какая скала живописная. А впереди в горах еще снег не растаял. Начало июня месяца, а снег еще лежит. А вот тачки. Ой, еще одна база, которых много. И парковку сделали. Вот это молодцы, конечно, вот это круто. А тут такие стрёмные спуски, неудобно. Да, такая скала нависает. Камень какой. Ой, красотища. Поворот, а за поворотом вниз. Дорога ровнейшая. Качество дороги отличнейшее. Чуйский тракт. Извилистая. Ёлки растут вдоль дороги. Очередные дачи, очередная база, еще одна база. Надеюсь, уважаемые туристы, я мысль вам передал. Баз вдоль дороги будет попадаться много, без ночлега не останетесь. Водопад. Реально водопад. Въезжаем в Луганский район, уважаемые туристы. А река Боки называется. О, круто. Очередная остановочка, так сказать, неожиданная. Снег в горах. Река Боки. Вот так вот гласит вывеска. И здесь есть дорожка, сейчас маленько прогуляемся к водопаду. Есть подозрение, что этого водопада летом уже не будет. Я имею в виду, что в июле, в августе он пересохнет. Но сейчас начало июня, и его можно увидеть.
холодильнике. Тропинка, идем все вверх и вверх. А здесь черемуха цветет вовсю. Хорошо ей здесь. Идем выше. Камень для медитации. Идеальное место. Ох же ж ты, горка. Лезу все выше и выше. Ух, никаких тренировок не надо. Просто поднялся в горку. Ой, умный в гору не пойдет. Умный гору на машине объедет. Ох, ух. Если вы думаете, это легко, спешу вас огорчить. Ой, вот так вот ползти снизу вверх. Водопад. Будем считать, что миссию я выполнил. Здесь холодно и красиво. Все, иду вниз. Спускаемся, спускаемся. Спускаться, не подниматься. Да, мне тут мысль подсказали. Стоило нам остановиться, и тут же куча машин образовалась рядом с нами. Стадный инстинкт в действии, так сказать. Справедливости ради стоит добавить, что мы такие же. Ничем не отличаемся. Одна тут машинка стояла. Одна. Очередная незапланированная съемка состоялась. Прогулялись до водопада. Вдоль водопада прошли немного. Вверх. Ой, снег, да, смотри. Снег. Красота. И продолжаем свой путь по Чуйскому тракту, по этой замечательной дороге. Очередная база отдыха. Уважаемые туристы. Привет. О, лошадки. Кемпинг, баня, теплые домики. Да, они с отоплением. Даже можно в сентябре сюда подъехать или в мае, не замерзнете. Дорога петляет. На этой дороге нужно быть внимательным. Осторожно. Бычок своим коричневым глазом смотрит на нас. Коричневый глаз такой на белой мордяшке. И Красная гора. Здесь 100 тысяч миллионов тонн железа можно добыть. Но лучше, конечно, ее не трогать. Такую красоту. Правда? Да. Да. Осыпается гора постепенно. Гора железная. Наверное. Русских сочинений. Заметил? Да. Смотри, как
как на горе облако видно хорошо. Как рыбка плывет, да? Ой, сколько же здесь. Здесь рай для глаз. Много-много удовольствия. Туристы любят глазами. Это я эту фразу сочинил. Ну, как я думаю. Я ни от кого больше не слышал. Вертолетик. С Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович, привет. Уважуха, респект, все дела. Очередные базы, друзья. Базы слева по курсу и базы справа по курсу. Да много, много домиков, много баз. Ух. Здесь одни сплошные базы. База, база, база. Там за горой тоже не видно базы. База. Владимир Владимирович! Легенда, туркомплекс. Недалеко от водопада отъехали. О, все, вертолет сел. Если что, я только ручки помахал, я ничего плохого не говорил. Туризм на Алтае развивается. Вертолетики — это не единственный вертолет. Я уже третий раз встречаю эту развлекуху. В общем, на вертолете на Алтае полетать тоже можно, друзья. По цене не знаю, но одну-две зарплаты отложите. Думаю, что вам этого хватит. Очередная база. И еще одна база. Как здесь все развито сейчас и продолжает развиваться. Хорошими, так сказать, темпами. Не успели отъехать, а здесь еще одна база. Называется Алтай Ранчо. Ой, какие крыши у них позитивные. Оранжевенькие. Оранжевенькие, да, яркие. Даже хочется остановиться. Места есть, берлога, телефон указан. И еще одна база. Кальян, бар, котельная, туристический комплекс. Кафе, бар-кафе. Ну, что-то такое вот для туристов. Вот так вот выглядит. 38 номеров, гостиница. И еще одна база. А вот еще одна база. Я вас убедил, что баз на Алтае много. Барашки. Чибит. Деревня. Замок. Единственный такой в своем роде, который вам может встретиться по... на Чуйском тракте. По. А еще, уважаемые туристы, вам будут попадаться в населенных пунктах вот такие рекламки с телефонами и минимум информации. Допустим, здесь гостевой дом со всеми удобствами. Ночлег, душ, баня. Телефон, позвонить можно, прицениться. И еще один телефон, ночлег. Вот здесь тоже. Вот как минимум на этом пятачке три источника информации, а вон там еще, а вот здесь где-то метров 50 еще две рекламки стоят. То есть здесь конкуренция, можно пообзванивать, позаезжать, поприцениваться, выбрать себе что-то по душе, а вон сверху база. Туризм развивается, и это не может не радовать нас, туристов. 15 лет назад здесь все было с точностью до наоборот. Здесь днем с огнем базу нельзя было найти. А у нас тут что-то полевая буря. Ураган начался. Очередная остановочка, что называется, незапланированная, вот в таком месте. Только что проехали Октаж. Октаж — это база на базе, и базы погоняет. Там их штук 50, наверное, этих баз, если не 200. На любой вкус. А здесь в низине еще одна база притаилась. Смотрите, какая красота здесь открывается. Вот. Угощают шоколадкой. Шоколадками. Вот, сейчас одну такую тебе дам. А я ведь не откажусь. А ведь наглость — второе счастье. Красота. Вот как только горы вот эти высокие показались, друзья, все, значит, вот там чуть дальше будет сворот к гейзерному озеру. То есть вот по этим горам, которые показались, сразу можно узнать место, где есть гейзерное озеро. Горы фантастика, конечно. Здесь площадочка вот такая. Подписано гейзеровое озеро. Вот туда вот подходите. Гейзеровое.
Там написано, да, гейзеровая написано. Туда подходите, платите, как раньше, 100 рублей, сейчас может быть дороже, не знаю, сейчас пойдем узнаем. И топаете смотреть на эту прекрасную достопримечательность. Будьте, господи, да какие же вы молодцы. Проход на территорию к озеру платный, 100 рублей стоимость. Дети до 14 лет бесплатно, вход с собакой запрещен, купаться в озере нельзя. Вот такие правила. И вот такая вокруг обстановочка. Здесь касса. Здесь шашлык. Здесь сели поели, можно перекусить. Если вас вдруг приспичило, здесь есть туалеты. Здесь есть туалеты, бумажка тоже есть. Туалетах. А в какую цену шашлык у вас? 300 рублей. 300 рублей. Цены более чем адекватные. 300 рублей за шашлык. И вот по такой дорожке топаете до лесочка. По лесочку метров 50 и будет то самое гейзеровое озеро. Когда бабло закончится, можно, друзья, заглянуть вот сюда. Там заплатить 100 рублей, а здесь набрать 1000. Лайфхак. И клондайк номер 2. Можно еще, когда там дособираете, сюда занырнуть. Сколько здесь денег? Нет, здесь нету. Вот здесь вот. Ух! Здравствуйте, бабушка. Как ваше ничего? Год с вами не виделись. Помолодели, помолодели, похорошели. Долго ли, коротко? Шли они, шли. И к гейзеровому озеру вышли. Июнь 2023. Год, озеро выглядит как-то вот так. Узор каждый год меняется. Он каждый раз уникальный. Впечатление складывается, что в сказку попал. Смотрите, как корни вот у деревьев. Камень, корни. И вот такая красота природная. Ручьи из-под горы. Вот она гора, прям вот они горы. Вот как-то оттуда откуда-то бежит. Так, а здесь мы не пройдем. Здесь тоже. Сказочное место. Мне кажется, тут рыбок нету. Ну, не видно, по крайней мере. Угу. Никакой живности. А гейзеровые лягушки? Не знаю. А меж тем туристов все больше и больше. Но место, ребят, того стоит, чтобы его посетить. Тем более 100 рублей. 100 рублей вход ни о чем. Заметил, что с хороших мест всегда грустно уходить. Пока, бабушка, пока. Едем дальше. И вот такие вот виды открываются. Покинули гейзеровое озеро. Ох же ж ты, ежики, какая красота. Смотровая площадка. Хочешь остановиться? Можешь здесь потупить, постоять. Все, решили сделать остановочку, понаслаждаться этими великолепными видами. И за спиной остались снежные горы, и впереди также снежные горы. Красота. Лепота. Все, остановились, чуть-чуть передохнули, место зафиксировали. Едем дальше. Как осыпаются камни. Здесь место такое. Камушек свалится, машину прихлопнет. Не хотелось бы. Сегодня погода пасмурная, с утра жаркий ветер дул, а после обеда такой свежий прохладный, поэтому я курточку одел. Я старенький, заболеть не хочу. Берегу здоровье. Ой, красотища какая! Ой. Вот прям под скалой проезжаем, вот по такой, нависает такая глыба многотонная. А здесь речка бежит, а здесь гора стоит, и дорожка вьется. А дорога серою лентою вьется.
Дальше, что дальше? Не помню. Дело к вечеру, 7:00. Скоро батарейка сядет на камере. Столько снимать всякой красоты. Снова пейзажи поменялись. И погода поменялась, и пейзажи поменялись. Итак, уважаемые туристы, очередная остановочка с вот таким замечательным, захватывающим дух видом. Решили не останавливаться, а прокатиться по этой дорожке. Даже мы приехали, друзья. Обалденное место, приехали. И прямо вместе с вами изучаем новую локацию. Красотища, глаз не отвесть. Видим, что дорога ведет туда. Сейчас немножко спустимся и прокатимся вот по этой дороге. Посмотрим, что там. Проехали по этой дороге. И здесь открываются вот такие вот виды. Можно подняться на машине еще выше туда. Можно прогуляться пешком. Вот тропиночка ведет замечательная сюда. Места для релакса готовы. Мы в первом ряду. Меня, ты понимаешь, обижают. На стуле не пускают. Присяду здесь, как бедный родственник. Эх, ветер, ух, ветер. Ветер, 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 эх, ветер, ух, ветер. Ветер, ветер, ветер. Все, сейчас прыгаем в машину и продолжаем свой путь. Ликбез, исправляюсь. Это называется Северо-Чуйский хребет. Северо-Чуйский хребет. Вот эта вся красотища имеет свое название географическое. И вот такими дорогами мы здесь катаемся. Поверните направо. Направо? Куда это направо? А у тебя тормоза хорошие? Надеюсь. Ладно. Спасибо. Остановились, стоим здесь, шутим. Вид был прекрасный, толчок был ужасный. Река Кызыл-Таш из севера Чуйский хребет. А в долине озеро No Name. Заходим на посадку. На этой базе мы уже были. Только снега на горе не было. Это был конец июня. А сейчас первая декада июня. Кемпинг, да, домики, все дела. Вон там кухонька. И мы где-то вот здесь в этом домике и ночевали. Похоже, практически никого нету. Вон машина стоит одна. Да? А вот он, верблюд на нас смотрит. Здесь мы и переночуем. Такие домики 1600. Вот эти вот дороже стоят, но так как никого нету, нам разрешили выбрать за 1600 какой-нибудь домик из этих. Ну, вот небольшая экскурсия. Выдается постельная, здесь двухспальная, односпальная, столик, стульчики есть, печка. Печку можно топить, дрова есть. Обратите внимание, как сделано кресло. Рога настоящие. Вот такой вот козерог. И здесь столик. Также есть кресло. Свет. Здесь 3 односпальные кровати. Также есть печка. Но мы выбрали домик тот. Нам больше понравился. Банька 1000 рублей час. Но сейчас там занято. Да ты напа. Да ты напа. Еще раз сделай, пожалуйста, так. Ой, какое теплое дыхание. Вот оно. Вот оно. Что-то зашел на кухню, тишина была, а сейчас вышел такой шум. Ветер подул. Ага. Ураганчик такой. И деревья шумят. Всем доброго утречка. Ох, солнышко светит. В горах еще снег лежит. Ой. А воздух ароматный, как и вечером, как и всегда. Здесь у нас... Ой, как она... Шурпа. Вечером была банька. Утро на базе. Сейчас 9:00. Солнышко уже вышло, но пока
шибко не греет. Воздух ароматный. Это сама база и окружение. Здесь есть загон, лошадки, там верблюд отдыхает. И Чуйский тракт. В ту сторону Монголия. А туда Новосибирск. В этом домике хозяева базы. Воду набираем, вот там вот бачки стоят, питьевая вода. Сама база расположена на окраине елового леса. Елового леса. Здесь такой ароматный воздух, как нигде. После баньки в домиках спится хорошо. Здесь банька, здесь душ. Душ 150 рублей, что ли, был за один прием. Банька 1000 рублей час, можно на один час. Такой предбанечек, ой, как здесь пахнет прям. Ну и, собственно, сама банька достаточно длинная. А тут темно, совсем темно. Ну, человека 4 точно в него войдет. Действительная банька. Банька хорошая, жаркая. Здесь есть место для вечерних посиделок. Дровишки предоставляются. И что я здесь, друзья, нашел? Представляете, здесь снег еще есть. Сегодня там 8-10 июня. Я что-то не слежу за днями. Снег. Идем искать уникальные печи. Попытка номер 2. Где-то вот здесь. В том году возле этого дерева ходили, искали эти печи. По сути, я думаю, что в этот раз получится найти. Нужно будет спуститься, там тропинка есть между речкой и взъемом. И по тропиночке пройти вот здесь, вот где-то, вот здесь. Вот на этом вот отрезке где-то есть те самые печи. Включусь, если не найду. Надеюсь, найду в этот раз. Где-то вот на этом отрезке печи. Вполне возможно, что вот это вот и есть печь. Такая кладка из камней. И она потихоньку разрушается. Вот какая-то плита осыпалась, там еще плита осыпалась. А вот, друзья, еще одна печь, все-таки нашел. Вот так вот все это выглядит. Такая вот кладочка. Даже не скажешь, что это печь, если тебе не скажут. Так, не скатиться бы. Да, это те самые печи. Вот так вот они выглядят. Ну, точнее, то, что от них осталось. Видно, что это кладка рукотворная. Вот одна печь, и вон там виднеется еще одна печь. Ага, фиаско не случилось. Я крут. Я нашел их. Со второй попытки. На повороте вот одна лиственница, вот одна печь, вот одинокая лиственница стоит. И спуститься немножко ближе ко мне, вторая печь находится. Все еще есть, все еще здесь они. Ну, а мы проголодались и идем завтракать. Где-то в этих горах бегают козероги. Они спускаются по утрам, по вечерам поесть соль. Нам так сказал хозяин базы. А то потом где тебя искать на этих просторах? Тё-тё-тё-тё. Вы видите здесь верблюда? И мы не видим. Верблюд как сквозь землю провалился. Не видать его. Мы нашли верблюда, только до него теперь нужно дойти. Почувствуйте, что называется, себя хозяином верблюда. Держи, принцесса, держи. Вот она. Кущи, кущи. Кущи. Ой, как прикольно. Только не кусай там меня. Яблоко. А, он яблочко ищет, он яблочко ищет. Вот она, молодец. Вот она. Ну, что-то привязано. А-а-а. Может быть, это привязывается за этим?
Все, пока-пока. Ну все, уважаемые туристы, наша миссия выполнена. Мы верблюда нашли. Больше скажу, мы его покормили. Яблоко сточил на ура. И хлеб бородинский новосибирской фабрики «Восход» ушел тоже на ура. На лугу пасутся ко. Да, уважаемые туристы, подтверждение я получил. Это печи, это древние печи. Называются куиктанарские печи. В той стороне Куиктанарские озера, километров 5-6 от базы. Так что вокруг нас история. Вчера словили пасмурный денек, а сейчас мы уезжаем вот такую шикарную солнечную погодку прямо по курсу. Ю-ху! А вот он, снег лежит. Сегодня как число? 9 июня. И вот прямо вдоль дороги река, и там лежит снег. Если видео оказалось полезным, значит, моя миссия выполнена. Не благодарите. Ставьте лайки. Или как там? Путешествуйте, будьте счастливы.